Наш учредитель – Департамент спорта города Москвы. Вместе к новым победам! Честно, вот красные номера на бело-зеленом фоне издалека различить достаточно сложно. У футболистов Краснодара. В отборе как сыграл. Жестко, но в рамках правил. И сейчас главное мячом распорядиться точно, но уже надо, наверное, расставаться. Но вот только сейчас Никита Воронов. Левый действительно работает. Левая хороша у Никиты. И находит партнера. И удар. Это гол. 1-0. Впереди Академия Краснодар. Компания «Диаспорт» помогает развитию детско-юношеского футбола. Наш партнер – футбольная академия Чертаново. «Диаспорт» – это футбольные поля под ключ. Звоните, и назвав кодовое слово «Чертаново», вы получите хорошую скидку. Между прочим, ворота Краснодара забивают футболисты из Строгино. Вот так вот, внезапно и стихийно. Пожалуйста, пожалуйста, интрига. Правила игры, как это, например, старается делать во всех матчах Краснодар. Именно эту линию игры стараются в Академии развивать. Комбинационный, активный, атакующий футбол. Краснодар пропускает! Первый розыгрыш стандарта в этом матче, который завершается ударом со второго этажа. И отличается защитник, пятый номер Строгино. И не все зависит от инфраструктуры. Это, безусловно, много. Многое это помогает. Школа Чертаново, например, тоже до 2016 года не существовало своего собственного стадиона. Теперь он появился. Здесь находится неподалеку, на Сумском проезде. Там команда тренируется и сейчас. Ну, я имею в виду по ходу сезона. Все, закончился матч. Строгино выигрывает у Краснодара со счетом 2-1. Ну, наверное, в некотором роде это кто-то скажет сенсация, но это футбол. Наш партнер – Всероссийское физкультурно-спортивное общество «Трудовые резервы».